5 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев побывал в посольстве Республики Узбекистан в нашей стране. Глава нашего государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, оставил запись в траурной книге. Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом Узбекистана в нашей стране Шерзодом Файзиевым и выразил ему соболезнования.